Всем большой привет, и это будет видео из серии «Экстренный выпуск». А, я смеюсь, но у меня произошла вот такая беда. Вчера утром я еще снимала ролик о том, что наконец-то много бутонов, два цветоноса, два бутона были красными. А сегодня утром вот такая картина, и это дети. Вот так вот детки себе нашли игрушку, им понравились бутоны, они их, конечно же, отщипнули. И у них было очень много веселых и радостных игр. Но а у меня были почти слезы. Нет, серьезно, правда, хоть я сейчас и смеюсь, наверное, это нервный смешок. Не знаю, ну нет, конечно, это не смертельно, но я хотела увидеть это пышное цветение, и мне было интересно посмотреть на несколько цветов с красными лепестками. Я надеялась, что они будут разные. Теперь вот все, что осталось. На этом цветоносе бутоны, если вы помните, по прошлому видео были побольше. Тут поменьше, теперь я не знаю, как сделать так, куда убрать это чудо, чтобы детвора не добралась. И я все-таки увидела цветение. Ох, наверное, я переставлю в другое место. Я надеюсь, что это никак не повлияет на то, процветет она, не процветет. Главное, чтобы она теперь не сбросила бутоны из-за того, что я ее туда-сюда все время сдвигаю. Так, поставили там блюдечко. Вот так вот. На детей я не злюсь, не сержусь, я их не ругала. Но вот такие життя, бентежное життя бывает. Ну что ж, спасибо, хоть эти бутоны остались. Ну и не последнее же все-таки цветение. Поэтому думаю, что все будет хорошо. Переставила повыше на полку. Надеюсь, детвора не доберется. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.